осознанно подойти к выбору своей профессии и совместными усилиями помочь детям с тяжелыми травмами и недугами. В этом году уже второй раз за круглым столом собрались представители городского методического центра, сотрудники НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, педагоги и московские школьники, учащиеся медицинских классов. Главные вопросы, которые поднимались в ходе мероприятия, были связаны с деятельностью волонтеров и развитием добровольческого движения. Быть врачом и учителем – это очень трудно, это очень ответственно и это очень достойно. Конечно, невозможно представить себя в роли врача, если просто очень хорошо выучили химию и биологию. Вот именно милосердие и сострадание и умение общаться с людьми, уметь помочь людям, уметь услышать людей – это огромный труд, который присущ хорошим врачам. Совместный проект Департамента образования столицы, городского методического центра, НИИ неотложной детской хирургии, травматологии и фонда детского доктора Рошаля «Вахта милосердия» направлен в первую очередь на осознанный подход и подготовку обучающихся медицинских классов к выбору своей будущей профессии. Первые 25 волонтеров – это учащиеся школ города Москвы. В период летних каникул уже приняли участие в работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Я был в реабилитации, в отделении реабилитации. Помогал детям с различными травмами проходить курсы, которые им назначили неврологи, невропатологи. И помогал инструктору-методисту по лечебной физкультуре. Я практиковалась в отделении нейрохирургии, и там и самое страшное, наверное, то, что дети не могли иногда встать. То есть они с кровати не могли подняться. Это было самое страшное, что я видела. А так это обычные дети, такие же веселые, забавные. Всего 5 лет назад эти школьники даже не могли мечтать о том, что они смогут так же, как и врачи, проводить биохимические анализы, отрабатывать навыки оказания первой помощи и делать искусственное дыхание. На сегодняшний день образовательные организации имеют необходимые высокотехнологичные учебные комплексы, с помощью которых учащиеся осваивают медицинские навыки и умения. А благодаря сотрудничеству с НИИ неотложной детской хирургии, травматологии и фондом детского доктора Рошаля, школьники имеют возможность ближе познакомиться с будущей профессией. Вот говорят, там у нас молодежь какая-то такая, которая нам... Посмотрите, какая прекрасная, да? Какие светлые глаза, какие умные все ребята. И стремление быть врачами, прийти в медицину. А более важного ничего не бывает. Я думаю, те, кто будет настойчив, у них все получится, а мы поможем. Участники круглого стола «Волонтерство, милосердие, добровольчество» подвели промежуточные результаты. Возможность поработать бок о бок с профессиональными врачами в настоящей клинике получила огромный отклик у столичных старшеклассников. За полгода количество ребят, желающих принять участие в проекте «Вахта милосердия», увеличилось вдвое. В завершение мероприятия участникам летней практики вручили дипломы и памятные подарки.